Всем привет, друзья! У нас сегодня в гостях Лана Тер, ведьма. Лана, вот я хочу первый вопрос задать, наверное, самый главный, который все тебе задают. Ведьма. Что значит ведьма? Ты же знаешь, что многие относятся к этому слову очень негативно. Очень многие боятся этого слова. И, в общем-то, даже некоторые применяют его как ругательное. Почему ведьма? Скажи мне. Ну, начнем с того, что люди ошибаются по поводу того, что ведьма – это что-то злое, зловещее, да, пугающее. На самом деле, ведьма, слово «ведьма» имеет очень древние корни. А начнем с того, что оно делится на два слова – «ведь» и «ма». Что означает «ведь»? От слова «ведать», «знать». «Ма» – это «мать». Переводится в буквальном смысле как «ведущая мать». Это женщина, которая обладала не только силами, но еще умела использовать их в практике. Выходить на контакты с духами, помогать людям побеждать всевозможные болезни. Поэтому я считаю, что люди шаблонно думают, что слово «ведьма» – это что-то плохое. Просто, насколько я знаю, многие твои практики, они сопряжены с какими-то кладбищенскими ритуалами. А ты же знаешь, что все, что касается непонятного, потустороннего, а тем более все, что касается того, что происходит после смерти, людей очень сильно настораживает и пугает. Знаешь, но почему многие практики сопряжены именно с духом мертвых? Ну, на этот вопрос я вам отвечу так, что здесь выводят сами силы, понимаете? Здесь нельзя дать четкого объяснения, почему именно тебя понесло на кладбище. Сила выводит вас на тот уровень, на который считает правильнее вас будет вывести. Поэтому кто-то идет в рунику, кто-то идет в рейки, кого-то тянет, пожалуйста, деревенская магия, вот, лечить людей. У кого-то там работа с язычеством, а у кого-то кладбище. То есть это все отдельные разные направления, разные способы достигать практически одного и того же результата, да, получается? Ну да. Сейчас очень многие люди называют себя ведунами, ведьмами. Это стало даже модно. Согласен. Почему? Почему так? То есть это люди просто, очень многие люди даже не практикующие, а просто, ну вот, вешающие на себя вот такую табличку. Почему это происходит? Вы знаете, видимо, это стало как популярным, понимаете, в виде бизнеса. Люди понимают, что человек отдаст любые деньги за тот же амулет, который защитит его от смерти, от несчастных случаев, от болезни какой-то. Поэтому на этом делают, грубо говоря, деньги, обманывая людей вот таким вот способом, приписывая к себе титулы всевозможные, ранги, вот, вплоть до того, что каждая первая у нас родовая ведуха, вот, или ведьмовка, я бы сказала, да, или колдун. А как я люблю говорить, в пятом колене, в седьмом ребре, ну это шутка, ирония. Вот. Поэтому людям надо быть аккуратнее, выбирая себе какого-либо мастера. Потому что действительно может потерять не только деньги, но и здоровье. А это ведь очень серьезно. Вот кто те люди, которые обращаются к тебе за помощью? Кто эти люди? Ну, ко мне обращаются многие люди, они все разные. То есть из разных абсолютно... Абсолютно, сословий, да, разных. Сословий, прослоек общества. Если не секрет, зачем они обращаются? Зачем? Ну, у каждого своя проблема, у кого-то, допустим, ну, скажем так, что состояние не очень хорошее, да, когда человек понимает, что он, допустим, не суицидник, а вот у него непомерное желание выйти в окно. Как бы человек обращается ко мне именно с этой проблемой, чтобы избавиться от этого неприятного чувства, которое его гложет изнутри, не дает ему нормально жить. А ведь люди порой занимают очень высокие посты. Ко мне обращается. То есть желание больше, человек чувствует, что желание это не его желание? Естественно, естественно, потому что как бы все мы понимаем, да, что, ну, допустим, вы понимаете, что вы не суицидник, а тут у вас
проходит 5-6 лет, и вдруг вам прям вот захотелось с собой покончить. Вот. Поймите, что просто так ничего не бывает. Всегда есть причина следствия. Бывает и тебе страшно? Ну, естественно, так как я в первую очередь человек, мне действительно бывает страшно. То есть вот... Это вполне естественные чувства любого нормального, я считаю, живого человека. У меня если и бывает страх, да, скорее всего, я бы сказала, это за близких людей. Что и, допустим, придет момент, когда с ними придется расстаться. Но это тоже нормальные чувства. Ну да, это нормальные чувства. Вот мы как-то уже говорили, как ты считаешь, вот есть ли добро и зло, абсолютное добро и абсолютное зло? Нет. Мир дуален от своей природы, поэтому это прерогатива больше сущности, как бы наполняющих сам мир. Это наша прерогатива. Добро и зло. То есть, а мир, по сути, он нейтрален. То есть это наше отношение к ситуации? Конечно, конечно. Либо наше желание? И то, и другое. Все понятно. Потому что очень часто люди говорят, что мы хотим, мы вот добрые, а другие говорят, нет, а мы вот злые. Да? То есть человек на себя одевает такую маску, такое впечатление, что он берет с полочки добро, да? Mm-hmm. И одевает его на себя. И вот сейчас у него абсолютное добро, да? Он взял такую полочку и одел зло. Вот сейчас он зло. То есть такого нет. Это чисто либо иллюзии, либо отношения. Чаще это защитная реакция, я бы сказала. Часто люди используют такие маски для того, чтобы от чего-то защититься. Мне иногда становится страшно. Но страшно становится обычно моему разуму. Как вот разум, как человеческий именно разум, да? То есть получается, как бы душе вроде не страшно, сердцу не страшно, а головой начинаешь думать и начинаешь себе накручивать, и становится страшно. То есть вот таким вот образом. Ну, это самоблоки, я бы сказала. Бывают такие моменты, так бы я выразилась, дурачество некого. Когда человек себе начинает что-то выстраивать, какие-то ментальные неправильные, подчеркнула, конструкции, да, которые приводят его очень часто к неправильным действиям. Поэтому надо уметь контролировать свой мозг, свои мысли. Самое главное, наверное. Если бы мы умели контролировать свои мысли, мы бы вообще были великими, наверное. Ну да, мы несовершенны. Лана, следующий вопрос. Может ли у ведьмы быть семья? Муж, дети? Задайте вопрос девушке, есть ли у нее муж. И вы сразу поймете, что она не ведьма. Нет, у ведьмы не может быть полноценной семьи. Объясню почему. Когда ты работаешь с энергией в голах, ее можно сравнить с минусовой энергией. Эта энергия пропитывает практика от кончика его волос до пят. Волей-неволей, встречаясь с потенциальным парнем, к примеру, да, который еще не стал вашим мужем, эта энергия будет его отталкивать по непонятным, казалось бы, ему самому причинам. То есть сила очень ревностная, кладбищенская. Поэтому она будет всевозможными путями отгонять от вас потенциального мужа или жену. Сила в головах – это вот что за сила? Это энергия разложения, не смерти, да. Понятно. То есть и… Мы можем рожать детей, допустим, от случайных связей, от любовной связи. Но, к сожалению, мужчинам тяжело жить с нами. У нас очень тяжелая энергия сама по себе. Вот. И не каждый эту энергию психологически в первую очередь потянет. Потому что энергия мертвых, она обычно очень сильно давит на ментал. В первую очередь на него и давит. Ну ты по большей части с энергией мертвых все-таки работаешь, да, правильно? Естественно, я понимаю? Да. 25 лет, как я работаю с этой энергией. То есть это походы на кладбище. Значит, это работа, скажем. Общение, ну, работа, общение с духами умерших, конечно, людей. А кроме умерших людей, кроме людей вообще какие-то духи еще существуют на кладбище? Там что-то много сущностей, они все. Сущности еще есть. Сущности, есть, да? Да. Именно которые принадлежат, именно которые вот в этой среде, да, скажем, кладбищенской. Да, да. Лярвы, есть бесы. И они там тоже обитают, вот именно. Естественно. Потому что просто я думал, что, скажем, там лярвы, бесы, они им живым лучше, чем мертвым.
им питаться? Энергия гавах исключительно питается только живыми организмами. Они подъедают хорошо очень нашу человеческую эфирную оболочку, а у практиков в первую очередь. Сейчас то есть они все-таки питаются людьми, которые приходят на кладбище? Естественно. Живые? Естественно, да. А, ну это вот могут быть животные, допустим, кошка, собака, неважно. Угу. Любой живой организм для них это пища. Знаешь, мне удивительно, я вот в твоей группе читал многие вещи про сущности на кладбищах, на скамеечках, которые вот сидят, да? Да. На столах, что это не для людей сделаны скамеечки, нет, столы, нет. А именно для мертвых. Ну вот, ага. Дима, у тебя дома есть стол, да, за который ты садишься, чтобы откушать. То же самое в том мире, понимаешь? Тоже должен быть стол, скамеечка. Для чего? Чтобы покойный сел и отужинал. Такие места служат именно для того, чтобы ты принес мертвому поесть, то есть насытить энергией пищи его дух. Mm-hmm. Почему пища всегда оставляется обязательно в открытом виде? Если это соки в открытом виде, если это салаты, тоже в открытом виде, в пластиковых тарелочках, в любой посуде такой. Для того, чтобы душа напиталась вот этой вот энергией еды. Знаешь, мне почему-то, вот я сколько раз бывал на кладбище, люди многие избегают кладбищ, а мне почему-то там очень комфортно. Я с детства за собой замечал, что мне очень комфортно, мне там уютно и тихо. Сама по себе энергия, почему-то она объедает, допустим, ты идешь туда с переживаниями, да, какими-то, неважно, ты не являешься практиком, да, ты просто решил пойти там, ну, к своему знакомому навестить его, да. Приходишь туда, эта энергия, она всегда берет. Она не может давать, она только берет. То есть она, к сожалению, может взять и хорошее. То есть когда ты приходишь туда с какими-то эмоциональными переживаниями, она духи тебя начинают подъедать, твою эфирную оболочку, выжирая вот именно, выдергивая из тебя вот эти вот все эмоции. Эмоции ты успокаиваешь, да. Потому что они тебе... Поэтому как только ты перешагнул эту границу, ты по-иному себя и ощущаешь. Они стягивают с тебя всю вот эту вот негативную энергетику. Лана, скажи мне, пожалуйста, вопрос, конечно, очень объемный. Кем мы сотворены? Есть Бог? То есть сотворены мы вообще сотворены? Мы да. Сотворены? Специально? Это задумка Вселенной. А Бог есть? Естественно, Бог есть энергия. Бог есть энергия. Кто нас сотворил? Да, это именно астральный свет. Как бы еще древние предполагали, что есть более тонкая материя, и называли ее эфиром. Индийцы же называли ее акаса. Это пятый элемент, который является, по сути, астралом или астральным светом. И дьявол есть. Ну, как бы дьявол и Бог — это для меня понятия такие относительные. То есть, что есть дьявол, да, в моем понимании, например. Но это сугубо мое, я не спорю, не претендую, что это правда. Дьявол — это наши пороки. А Бог — это наши добродетели. Лана, скажи, пожалуйста, после смерти есть ли жизнь после смерти? Безусловно. Это подтверждается всевозможными явлениями. Тот же полтергейст, да, казалось бы. Вот. Сидите, пьете чай, а у вас... Посуда раз, так и поднялась в воздух и зависает. Просто я живу в такой квартире, патогенной. У меня постоянно что-то происходит. И это ли не доказательство того, что есть жизнь после смерти? Те же фантомы, которые проявляются либо частично, либо полностью. Это ли не доказательство? Ну, не у всех такое случается. У меня так было пару раз. Кастрюли летали, еще что-то, какие-то вещи, да? Но немного, я не скажу, что немного. У меня другой абсолютно путь. То есть у людей, я по себе знаю, у людей есть много каких-то вещей, субличностей. То есть если человек, допустим, выпит, расслабился, он один, да? А если человек, например, даже устал, некоторые люди устают, и вдруг с ними случается что-то, они становятся злыми. Например, или наоборот, они становятся добрыми. То есть какие-то личности выходят из одних, вот как вот про это в книге, там, в фильме был, что человек, там, девочка и убийца, там,
просыпается то девочка, то убийца, то ну, это... еще кто-то. Есть, понимаешь, Дим, раздвоение личности, это склонно, как бы врачи сказали, к шизофрении. А если расстроение, там, разделение? Ну да, разделение есть, конечно. Есть два человека, два типа сидит в человеке. Да, так как я работаю с подселенцами, то есть такими людьми мне приходилось встречаться и работать. Вот. Есть три, есть четыре даже. Вот. Но это чаще всего является следствием подселения. То есть это проявляет себя подселенца. Это не его истинная личность, да? Нет, нет, конечно. И как среди этих всех личностей выбрать, понять, что вот это твоя личность? Что вот это ты, а все остальное это просто голоса? Ну, дело в том, что, во-первых, человек же до этого жил без них. Угу. Он помнит все свои мысли, все свои желания, все свои эмоции, которые он мог испытывать и испытывает. И те, которые у него появились спустя какой-то период времени. Ну, так вот можно и уловить суть. Где твое, а где не твое. Ну, я думаю, очень многим нашим зрителям все-таки не каждый день они встречаются с ведьмой. Очень много зрителей нашего канала и случайным зрителям. Будет интересно, если ты расскажешь о каких-то именно практических моментах. Вот скажем, если это не секрет, конечно, что ты, например, делаешь на кладбище? То есть это происходит прям ночью или не еще всегда. Какие-то вещи? Зачем это делается? Ну, все, что, ну вот не секретно, все, что можно рассказать, именно практика, каковы они, будни ведьмы, скажем так. Будни ведьмы? Будни кладбищенской ведьмы, да. Тяжелые будни, Дима, очень тяжелые будни. Походы, ну я вот не люблю этого слова походы. Что значит походы? Походы это вот, я понимаю, в горы отдохнуть, да? С друзьями, костерочек, гитарка. Нет, здесь я бы так сказала, работа. Это сродни твоему ходу на работу, понимаешь? Приходишь ты туда по разным моментам. А есть, когда тебе надо сделать скид с человека. Какой-то болезни, к примеру, да? Есть моменты, когда тебе надо самому пойти сделать скид себя после того, как ты поработаешь с очень тяжелым клиентом и понимаешь, что ты нацеплял на себя дофига и больше. Вот. Есть моменты, когда душа тянет, то есть мертвые призывают тебя, ты это чувствуешь, да, приехать туда и просто прибраться на могилках. Ты даже не думаешь, тебя просто ведет сила к нужной могилке, где нужно действительно помочь. Там, где они заросшие, брошенные. Вот. И покрасить кое-где там заборчики, подправить кресты, то есть вот такие моменты. И сама практика, да, сама практика. Не всегда хорошая практика, и заказные работы, естественно, были у меня. Сейчас просто меня в этом году вывело на новый уровень, чему я несказанно рада. Сейчас я начала изучать деревенскую магию. И она значительно отличается. В какой-то степени меньше делаешь деструктива, я бы так сказал. То есть дедушке 90 лет, вот, он родовой, и сын у него этим занимается, и жена. Живет за Екатеринбургом, как бы через знакомую, как бы меня свела с ним судьба. Как вы общаетесь? Через нее. Вот. И он обучает меня деревенской магии, объясняет суть работы, в чем она заключается, что я могу узнать для себя нового. Вот что скажу, что даже через деревенскую магию тоже можно садить неплохие порчи. Вот. Ну, я не любительница садить, так скажем. А я больше люблю откатывать. Так, чтобы человеку было неповадно, чтобы в следующий раз он подумал, что не надо этого делать. А есть один нюанс. Когда ты делаешь в отместку, да, то есть на тебя пошли атаки магические, и ты начинаешь тоже делать пакость. У тебя идет утяжеление кармы. От этого могут пострадать твои дети, твои внуки, правнуки. В зависимости от тяжести порчи, которую ты делал врагу. А если ты просто откатишь ему его же работу, то твоя карма будет чиста. Отзеркалишь. Просто. Да, просто отзеркалишь, действительно. Просто отзеркалишь. И при этом, получается, ты ему ничего и не сделал. Но человек получит свои 5 рублей сдачи. Расскажи, пожалуйста, я знаю одну историю, которая произошла у тебя с мастером, который пришел тебе в дом. Он был священником, да?
Он, ну, он был очень религиозен, и он не хотел сначала делать у тебя работу в доме, да? Да. Александр Авдеев. Александр Авдеев. Помню такого, да. И потом он решил все-таки сделать свою работу. Ну, то есть он был, ну, как плотником, да? Он полчинил. Да, 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 совершенно верно. Просто, ну, он испугался сначала, или он решил, что это против его убеждений? Я думаю, что вот второе, да. Против убеждений. То есть человек весьма религиозен, да, поэтому, когда он увидел меня в прихожке, висит череп. Эдгара его называют, у него имя есть. Эдгар, да. Да, это некий фетиш. Это работа через бесов у меня была. То есть он висит у меня до своего времени. Когда он понадобится, я его снимаю и провожу обряд. Череп? Козла. Козла. А когда он зашел, естественно, его взгляд упал на этого козла, а потом на мой столик, где я не успела убрать как бы карты Таро, ну и пару книг. Ну, естественно, человек зашел, там же на лбу не написано, религиозный он, не религиозный. Увидев вот это вот все, он просто опешил, конечно же. И потом сказал, вообще-то я священник. На что я ответила молодому человеку, что, ох, ты, говорю, как интересно. Я говорю, приятно познакомиться, я ведьма. Ну, все, как бы человек, естественно, вы поймите, говорит, Светлана, я не могу у вас делать полы, потому что, я говорю, вам вера ваша говорит. Запрещает, да? На что он мне ответил, что мне просто будет плохо. Я говорю, мне плохо не будет. Да, что мне будет плохо. Ага. Ну, я отпустила человека, говорю, ну, на нет, так и сюда нет. На что человек уже, казалось бы, вот всего, уйдет сейчас. Смотрю, возвращается, а я буду делать его с полом. Ну, уборный попал. Ага. И мы с ним очень долго беседовали, как бы я... Объяснила ему, с чем связана работа, как бы, чтобы он имел понятие, что такое ведьмачество не в том ключе, в котором его обычно преподносят, да, как что-то зловещее. Все зависит от самого человека, от его внутреннего качества. Ведь если человек озлобленный какими-то неудачами собственными, или не реализовался он где-то, да, и такие люди, их много. Такой человек будет делать пакости другим только потому, что ему плохо, а это уже порок. Но я объяснила, что работа ведьмачества не с этим связана. После чего человек вышел от меня уже с улыбкой на лице. Ну, а вот вообще, Лана, скажи, вот эти все храмы, все церкви, которые строятся, это вот, при том, что в большом количестве, вы вот нам сейчас... так сказать, чтобы нашу передачу потом не закрыли. То есть, на что должен человек вообще обращать внимание? На внешние обряды или, может быть, на какие-то внутренние? На соблюдение каких-то вот обрядов, канонов церковных? Или, может быть, на что-то другое еще? Никогда. Вот, знаешь, Дим, я считаю, что тебя должны твои чувства вести. Вот захотелось тебе прийти в церковь, постоять возле той же иконы Михаила Архистратига Божьего. Ты придешь и поставишь свечку, помолишься. Но если твое нутро это просит. А когда люди бесшабашно разбивают лбы, там, ну я считаю, это что-то сродни фанатизму, то есть люди больны. Надо придерживаться все-таки золотой середины. Не уходить ни в низы, ни в верха, потому что боги, как я всегда говорю, убивают нас любя. Нельзя быть привязанным ни к одному эгру. Потому что ты потеряешь просто свою дуальность. А тебе это зачем, по сути? Ни к одному эгрегору, да? Да. А завтра 8 марта. Что такое 8 марта? Работа. То есть работа, понятно. Есть вообще такая дата 8 марта? Что-то нет. Неизвестно. Ничего такого. Да? Не поверишь, даже день рождения. Для меня это не моя дата дня рождения. То есть завтра для тебя не праздник. Ну, а как же там весна, например? Надо идти на кладбище, прибраться на могилках, вот, подкрасить калитки. Кого там вообще? То есть,
А там то, что это там, это женский день, например, там Каланта или Симбуз. Нет, ну если как бы нет работы, да, тогда можно и отдохнуть. Но когда работа есть, и ты чувствуешь свою ответственность перед людьми, ты уже не задумываешься об этих мелочах. Для меня это мелочи, действительно. Ну, то есть это для многих важно. Новый год, 23 февраля, 8 марта там. Может быть, ты не поверишь, но даже Новый год мы с моей мамой не отмечаем. Я принимаю, когда людей, она это знает, то есть у нас 31-го это такой же обычный день. То есть если идет работа, вообще все равно. Совершенно точно, конечно. Итак, друзья, у нас в гостях была Лана Тер, ведьма, которая работает со многими энергиями и силами, в том числе потусторонними. Если какие-то вопросы возникнут, можете писать в комментариях. Мы тогда сделаем еще одну передачу. Ну, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока.